Привет! Сегодня хочу показать вам вот такой макияж со стрелками. Итак, я на лицо уже нанесла праймер и сейчас буду наносить тональный крем. У меня это буржуа. Наносить я его буду с помощью спонжика нового Real Techniques. Вот я его сегодня первый раз пробую. В принципе, мне он понравился. Наносим тональную основу. Сейчас я буду наносить консилер. Под глаза, на спинку носа, немножечко на подбородок. И буду его растушевывать тоже спонжиком. Я растушевала консилер. В принципе, лицо у меня готово. Сейчас мы его припудрим и сделаем немножечко контур. Пудра у меня Криолан. Светлый оттенок. Кисть опять-таки Real Techniques. Припудриваем все лицо. Так у нас тональный крем и консилер будут дольше держаться. Мы его фиксируем. Итак, будем сейчас контурировать лицо. У меня это бронзер от L'Oréal в оттенке для блондинок. Наносим под скулу. Так лицо будет более рельефным. По росту волос. Так, сейчас я скрою свои недостатки на коже с помощью тонального крема в стике. Он очень плотный и хорошо скрывает все неровности кожи. Румяна, Криолан. Я буду брать персиковый оттенок и немножечко мешать его с таким светло-коричневым. Получается очень свежее натуральное лицо. Я возьму немножечко таких песочных кирпичных румян и нанесу их на века. Так, сейчас я буду наносить светлые тени, они перламутровые, на внутренний уголок глаза. Немножечко растушую по веку и под бровь. У меня это тени от Inglot. Так, возьмем следующий оттенок, номер 11. Он такой золотисто розоватый, тоже с блесточками, с мелкими. Наносим его на подвижное веко. Немножечко растушевываем кирпичный оттенок теней. Более темный, матовый, коричневый цвет.
выделяем уголок глаза, там, где у нас будет стрелка. И под нижними ресницами. И так рисуем стрелку. Я это делаю карандашом. Буржуа, он очень хорошо рисует и по голому веку, и по теням. Очень насыщенный черный цвет. Это Буржуа Ультра Блэк. Так, мы рисуем второй глаз. Немножечко спускаемся на нижнее веко, под ресничками, только в уголке. Так, теперь мы берем такой насыщенно-коричнево-розовый какой-то цвет, очень темный. Подводим под нижним веком и подводим нашу стрелочку. Так она выглядит более растушеванной, не такой четкой. Мои стрелки готовы. Будем красить брови. У меня это Art Deco номер 3, тени для бровей. Так, губы. Inglot номер 63. Краска для губ. Она идет как бальзам больше, не как помада. У нее не насыщенный цвет, и она смягчает очень хорошо губы. Тушь. Красим ресницы. Так взгляд будет более выразительный. Немножечко нижние ресницы прокрашиваем. Так, мой макияж готов. А сейчас я вам покажу, как его можно сделать более вечерним. Это дневной вариант. Сейчас мы сделаем его более насыщенным. Так мы будем подводить по водной линии черным карандашом. Так макияж будет более вечерним и более насыщенным. Так вот, что у нас получилось. Все, спасибо за просмотр. Всем пока!